Польше сегодня проходят парламентские выборы. Граждане страны избирают 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов. По данным опросов, в парламенте пройдут 7 из 8 участвующих. В лидерах оппозиционная «Право и справедливость». За несколько дней до выборов она на 12% опережала правящую гражданскую платформу, позиции которой, по мнению аналитиков, пошатнули повышение пенсионного возраста. А также так называемый кассетный скандал, в результате которого этим летом свои посты покинули 3 министра, их заместители и спикер Сейма Радослав Сикорский. По итогам парламентских выборов в Польше будет назначен и новый премьер-министр. Нынешнюю главу правительства Эву Копач может сменить на посту представительница «Права и справедливости» Беата Шидло.